Ураган Франклин, ударив по Мексике, ослаб до тропического шторма. Теперь скорость ветра составляет всего 45 километров в час. Власти отменили все предупреждения об опасности. Жители страны вздохнули с облегчением. Человеческих жертв удалось избежать, масштабных разрушений тоже. Благодаря плану быстрого реагирования пострадавших у нас нет. Мы ожидали, что ураган сильно ударит по нашему городу. Но благодаря скоординированным действиям и превентивным мерам мы можем сказать, что и сообщать-то особо не о чем. Впрочем, совсем без ущерба не обошлось. Сильный ветер кое-где сдул крыши и повалил деревья. Из-за дождей есть подтопление. Больше всего пострадали штаты Пуэбло и Веракрус. Ветер был очень сильным, и у некоторых домов снесло крышу. Дождь тоже был сильный. Некоторые реки вышли из берегов. Но жители горных районов жалуются, что им никто не пытался помочь. Мы не уехали, потому что никто, ни моряки, ни полицейские, не пришли и не сказали нам, что есть убежище. Поэтому мы не смогли уехать и могли погибнуть под рухнувшей крышей или под ветками деревьев. Франклин еще не окончательно сошел на нет. В центральной части Мексики продолжаются сильные дожди. Возможно, наводнение и сход оползней.